Всем привет! И это очередная посылка из Китая, которую заказала жена, и в которой стоит ограничение 18+. Поехали распечатать. Такая посылочка, которую заказала жена, с возрастным ограничением 18+. Потому что здесь две чаши. Ну, в общем, как-то так. По-моему, они одинаковые. Ну, не знаю. Подарков больше никаких не положили. Ссылка на данный товар будет в описании. Всем пока! Всем, кому понравилась распаковка, всем, кому интересен мой канал, подписываемся, ставим лайк, либо дизлайк, оставляем свои комментарии. Всем пока!